это привезла? У меня для тебя такой подарок. Какой? Ты что, не знаешь, что сейчас в тренде? Настя! Закрой глаза. Коля, открывай. А можно я снова глаза закрою? Очень красиво, Настя, поехали. Подожди, еще не залезла даже. Настя, у меня уже голова кружится. У меня тоже. Теперь вниз головой. О, давай. Может, хоть так у тебя мозги на место встанут. А мои подруги своим парням такие подарки не делают. Повезло им. Круто. Шо, круто, помоги, блядь. Ты такой бледный, ты уже завелся, да? Назад переклеивала обои. Очень важная информация. Так вот, потратила много сил, нервов и денег и вспомнила старую добрую игру Симсы. Именно в ней делался ремонт в два клика. Покупал самую дорогую технику и мебель. Ну а с самого начала игры тебе уже давалось 50 тысяч долларов. Схера ли в жизни не так? В отношениях вообще все просто. За один день с незнакомцем вы можете стать друзьями, лучшими друзьями, влюбленными и даже пожениться. Я как бы 4 года ждала. Роды — это вообще отдельная тема. В Симсах они выглядят так. В жизни, мне кажется, это не так весело. Единственные обязанности в Симсах, которые есть в жизни, это уборка и работа. Хотя кого я обманываю? Те просто вводили код на деньги. Может и хорошо, что в жизни не все как в Симсах. То строишь дом, создаешь семью, а потом какой-то придурочный сосед зовет тебя на вечеринку и топит в бассейне. Таким соседом обычно была я. Ма, я дома. Ой, Настюш, заходи, у нас тут тетя Люда с сырочкой пришли. Фу, это ботанша. А еще я сегодня выиграла олимпиаду по физике и на золотую медаль иду. Боже, золотой ребенок. Спасибо, как Настя на успехи в школе. Ма, что покушать есть? А я, кстати, дома сама готовлю на себя и на маму. Блять. Настя, ты что-то сказала? Или за отметки айфон подарят. Ой, фу, твоя комната такая грязная. А ты чё, слушаешь музыку с матами? Да, и чё? Ничего. Я в туалет. Я не поняла, ты что, музыку с матами слушаешь? Ма, да нет, ты чё? Иди, Аня, без интернета. И в комнате уберись. А чё твоя мама кричала? Эй, малолетка, ты чё шестеришь? Ты чё, я в туалете была. Я знаю, какой ты был. Что происходит? Юлечка, иди сюда. Она меня била по голове ногами. Чё не била? Юлечка, иди на кухню, иди. Сейчас гости уйдут, мы с тобой поговорим. Ну шо, привет! Мне кажется, что каждой девушке хоть раз в жизни поступала информация, что у ее бывшего появилась новая девушка. И тут любая разведка и спецслужбы могут ей позавидовать. Ведь всего лишь за 15 минут, не зная имени, фамилии, вообще ничего, она находит именно ее. Спросите, как? Все просто. Мониторим лайки, комменты, репосты, время публикаций. И вот... объект найден. Проводим первый анализ. Шалава. Дальше следующая стадия. Оценивание. Моя любимая. Ой, Ленчик, ты только погляди, кого он нашел себе. Не, ну планочка у него, конечно, резко опустилась. Где она, где я, понимаешь? Не забываем использовать конспирацию. Ой, а да я с твоего аккаунта ее сториз гляну. Ну, а я считаю, что своему бывшему и его новой девушке стоит пожелать счастья и крепкой любви. Ладно, шучу. Блин, ну иди она. Здрасте, вы жених? Анастасия, ваш свадебный фотограф. А шо, один невеста? Передумала? Опаздывает. Ну то понятно. Ты Ванетта, не нервничай, не нервничай. Не, ну вы сразу скажите, по залету, не по залету. Чего? Не, ну чтоб я ракурс правильно выбрала, там чтоб животика не было видно. Да ни по какому не по залету. А, все понятно. Нетрадиционная свадьба, жениха же, да? Чё? Все, молчу, молчу. Чё-то вы нервный такой. Ну не переживайте, первая свадьба всегда тяжело, потом полегче будет. Ну а шо, дорогая свадьба обошлась. Вот у меня дядя Валера в Симферополе организовал ресторан на 150 человек, да? И да, конечно, говняная была, но зато купились. А вы что, купились? Можем просто помолчать? Ладно. Не, ну а что, пока стоим, может быть, я вас фоткаю? В смысле, а что не на фотоаппарат? Да он севший, давайте на телефон. Не, ну что, включай Bluetooth, прям сейчас фотки скину. То, что невеста не пришла, ты не расстанусь, я могу, я могу. До свидания!
Да, походу макияж это не мое. Привет! Каждый из нас хоть раз в жизни ловил себя на мысли, что занимается чем-то не тем. И мечтал стать художником, актером, певцом, ну или как я, музыкантом. И я очень много для этого сделала. Во-первых, купила дорогущий синтезатор. Решила учиться сама, без учителей. Не, ну а что там учиться? Это как бы все очень просто. Я занималась усердно, бесперерывно. Первые 10 минут. Потом я остановилась и подумала, почему все не произошло так. Здравствуйте, я очень крутой музыкальный продюсер, проходил мимо вашего дома, услышала из окна эти прекрасные звуки. Так вот, это ваша сумка денег, это ваш контракт. Вместо этого все получилось так. Настя, может хватит уже пиликать, голова болит. Ну а вообще для того, чтобы чего-то добиться, нужно много работать и много терпения. Так, ну и как продать этот синтезатор? Блин, Настя, мы же за границей, а я английского вообще не знаю. Тю, так что ты паришься? Я ВК-тест проходила, и у меня advanced. Please, one strawberry juice and... Ты что хочешь? Ананасовый сок. And apple juice. Apple — это яблоко. А я что сказала? Там два значения. О, сори, у нас кондиционер, don't work. Кондиционер! Ты что с ними, в крокодила играешь? Can you help me? Oh, yes, yes. I want to use your phone. Yes. Что он сказал? Я откуда знаю, идем отсюда. Goodbye! Блять, Настя, я уже задолбался пить этот яблочный сок. Закажи мне ананасовый. Все, не парься, я выучила уже, выучила. Pineapple juice, please. Do you speak English? How much cost очки? Очки what? Очки. О, 50,000. Это здорово. А скидка? Скидка. Сале. I don't know, Сале. Speak English? Yes. Эти местные, конечно, вообще не знают английский. Так, котик, давайте кремчиком от загара носик помажу. И лобик. А теперь спрей от комаров. Блять, в глаза попало. Коля, сфоткай меня только так, чтобы я похудее была. Я не поняла, что я жирная? У тебя что, руки из жопы растут? О, господи. Настя, что такое? Меня укусил комар. Ничего страшного, это просто комар. Я про них такое прочитала. Если со мной что-то случится, можешь найти другую. Ты мне в глаз попала. Зачем вот эти игры? Коля, сними, как я в бассейн прыгаю, только чтобы сексуально было. Коль, дай свои очки, солнце светит. Блин, дай мне свою кепку, мне голову нагрело. Блин, уже плечи горят, дай мне свою футболку. Настя, два чемодана вещей привезла, мои вещи носишь, держи. Да нет, нет, лучше я сгорю, вот забирай, ты же этого добиваешься, да? Заебись, отдохну. И что мы тут делаем? Что, опять свои тиктоки снимаешь, да? А о поступлении думать кто будет? Я блогером буду. Блогером? Мы что, за деньги на репетиторов даем? Да хожу я на вашу математику. Мы тебя вообще-то на английский записывали. Где деньги про репетиторские просрала? На сигареты, да? На брэву свое? Блогером она станет. Вот поступишь на юриста, всегда копейка в доме будет. Вообще, я по телевизору видела, что скоро закроют ваш ютуб. А мы на улицу выйдем. Я тебя, блядь, выйду. Ты мне, если на юриста не поступишь, я тебя прибью. Хорошо, я пошла уроки делать. Ну что, а что ты делаешь? Ничего, уроки делаем. Ну ладно. Ёб твою мать. Ну и что мы тут стоим в проходе? Здравствуйте, чай, кофе? Нет, спасибо. Вафельки? Нет. А можно туалет? А что, санитарная зона? Так только что уж было. Между санитарными зонами было 5 минут. Где вы лазили? А, в коридоре стояли. Я извиняюсь, а можно кипяток? Чай. Кипяток. Кофе. Кипяток. Вафельки? Кипяток. Кипятка нет, чай есть. Опа-на! Вот это залет! А может быть чай? Только если с вафельками. Сидим, что постельку не сдаем? Так еще 5 часов ехать. А, я потом полотенчика не досчитаюсь. Мне что, вас в розыск подавать, да? Так, и где полотенце? Я сдавал. У меня не досчет по одному полотенцу. И я сдавал. Я спрашиваю, где полотенце? А, вот я сидел на нем. Много вас таких. Мошенник.
Спасибо, до свидания, уроды.